Всем привет, дорогие друзья, мы продолжаем играть Daily Run и поехали. Daily Run от 3 числа, сегодня он появился. Я только знаю, что он за Магдалену. И, собственно, это все, что я про него знаю. Давайте посмотрим, докуда он. Он до мамочки, до ноги, и да, все очень и очень и очень печально. Все очень и очень, черт возьми, печально с этими читерами. Но, наверное... Наверное, где-то вот 125 тысяч, наверное, это потолок. Не верю. В остальные цифры я совсем не верю. Я больше верю в 74 тысячи, чем все остальное. Ладно, не суть. Не суть. Daily Run'ы все равно с вами мне это соревноваться не помешает. Так что поехали. Вообще ничего не знаю про этот челлендж. Ни артефакты, ни черта. Так, Ямхарт. Стартовый, больше ничего. Так, брать, не брать. Да, наверное, возьму. Наверное, возьму. И, наверное, даже сейчас еще сходим с вами к Леониду Аркадичу. Конечно, это урон и потеря очков, но... Я думаю, что лонгран, он и есть лонгран. От него никак не отвертеться. Да, зато у меня теперь халявные два сердца. Вернее, полтора черных сердца, это неплохо. Так, только что, да, я закончил стрим, так что не обращайте внимания, что у меня меняются картинки. А Daily Run'ы выходят вне зависимости от... Как бы, ну, независимо ни от чего. Так что даже если я буду делать какие-то... Блин, какие-то ачивки. На деликах это никак не отразится, потому что они задуманы так, чтобы... Даже человек без максимума ачивок или вообще без ачивок мог в них играть и играть с удовольствием, потому что здесь всегда все открыто. По этой же причине здесь можно видеть, например, майнд и прочие штуки. То есть даже если у вас нет сейва, просто начинаете новый и играете делик так же, как и все. Так. А вот монстров в такой комнате, это он не сиськи мять. Ох ты ж, черт. Это тяжело. Это на самом деле тяжеловато. Ау, достал-таки засранец. Достал-таки засранец. Все, нет у меня сердец, что мне дадут? Локап. HP локап мне не особо нужен. Но что поделать. Ну, в смысле, не отказываться же от HP, правильно? Да и лакап, в принципе, лишним не будет. Воу-воу-воу-воу! Ну что ты будешь делать? Ну вот эти моменты я просто ненавижу. Просто ненавижу эти моменты, когда бомбу не оттолкнуть даже при помощи вот этого. Вот такой вот скорострельности дикой. Я думаю, что это что-то не так в коде. Ну, либо я не понимаю, как это работает. Так, Бернет Пенни, хорошо, бомбы мне пригодятся. Бомбы мне определенно пригодятся. Жалко только, что я... Лоп. А, понятно. Понятно. Фекалии удали. Ну, это Айзек. Тут фекалиями чуть ли не кормят. Хотя, может быть, даже и кормят. Честно, я не вдумывался в это. Я даже вдумываться не хочу. Почему-то игра при записи немножко дергается. Напишите в комментариях, видно ли что-то такое. Если да, возможно, это фрапс, возможно, мой жесткий диск что-то чудит. Я тогда попробую писать, например, бандикамом. Он жмет, но он как-то, по-моему, полегче в этом отношении. Ау, 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 мать вашу. Черт. Да, сделка с дьяволом абсолютно на 100% точно потрачена. Так, давайте теперь сходим к Якубовичу. Раз уж я здоровье пролюбил, давайте сходим к Якубовичу. Сделаем еще хуже. А, блин, не везет. Не везет мне. Ни в чем сегодня. В этом забеге. Но потом посмотрим, как повезло вам. Еще немножко. Ага, понятно. На битву с боссами я не попадаю. Хорошо.
Хорошо. Да, на время здесь нет смысла бегать, по-моему, вообще никакого. Хотя, с другой стороны, в зависимости от персонажа, наверное. Если он медленный и недамажный, то почему бы в лонгран не по нему уйти? А если ты играешь за Азазель, то почему бы не сделать спидран? Потому что, ну, потому что можешь. Мне только интересно, это генерация рандомная у этих деликов или какие-то пресеты есть? То есть, ну вот, например, у Лоста было... Ауч. Да, теперь точно сделка потрачена. У Лоста, например, сделка с Диа... Ой, господи. 9 жизней было. 9 жизней у Лоста, это неспроста. То есть, кошка... Ну, кошка ему выдалась... Не думаю, что совсем уж рандомно. Если не рандомно, то сколько пресетов вообще есть? А если рандомно, то, ну... Рискуем когда-нибудь получить Лоста без кошки, например. Что закончится довольно-таки быстро. Magic Mushroom, All Stats Up. Вот это клево. За это я готов простить отсутствие сделки вообще полностью. Нет сделки? Окей. Оу. Так, давайте сюда сходим. Давайте вот это даже взорвем. Ага, отлично. Оу. Тихо, тихо. The Fool. Я, пожалуй, все-таки останусь здесь и убью всех мобов. Возможно, мне в предыдущем делике стоило остаться на босс-раше, я не знаю, но... Если бы я не взял этот чертов прицел, все было бы намного приятнее. А то с этим прицелом... Ну, вы сами все видели, что я вам рассказываю. Если не видели, посмотрите третий эпизод, это было ужасно. Этот красный прицел, никогда не берите его, только для коллекции. И то, в самом бесполезном ране, если вы понимаете, что вы не доживете там до какого-то хорошего момента в этом забеге, лучше прицел не берите. Я, кстати, пробовал даже мышку подключить, по-моему, она вообще не алё в Айзеке. Хотя можно, то есть можно и управлять мышкой, по идее. Это, как и все, блин, в этой игре устанавливается через конфиги. Я не знаю, почему они не вынесут настройки в саму игру. У меня просто... Ни одного самого хренового варианта даже нет, почему настроек нет в игре. Так, что это? Rerolls Rocks. What the fuck? Что за... Какого хрена? Я такую штуку еще не открыл у себя в Айзеке. Ладно, игра, ладно, ты хорошо. Balls of Steel. Balls of Steel. Господи, здесь рерол всего есть. Просто рерол рерола нужен. И это будет замыкание круга. Рерол камней. Рерол, вы просто подумайте. Рерол камней. Это так странно. Я только не знаю, где это можно использовать. Хотя, если комната с кучей камней попадется, есть такая большая комната, 2 на 2, в которую, там, на которой, наверное, наполовину или даже больше половины забита камнями. Вот если в ней такое юзнуть, наверное, неплохо получится. Опять же, оно, скорее всего, не действует на пикапы, только на камни. Так что, вероятнее всего... Ауч. Вероятнее всего... Можно будет таким образом поднимать всякие ништяки. Вроде ключей, каких-то артефактов. Осталось только узнать, какие конкретно артефакты... Ой, какие конкретно камни и вообще препятствия он реролит. Хотя с тем же успехом можно получить на том же месте, например, тот же... железный этот блок и разрушаемый. И потерять возможность, в принципе, как бы то ни было. Что это было? Я не знаю, что это за пилюля. Вообще, у меня ни малейшего понятия нет. Она под вопросом, и, в общем-то, у меня тоже. Лицо выглядит примерно как у Мэгги. Я в шоке. Только у меня нет парика и бантика. Так, все, валим. Валим, валим, валим.
Да, кстати, смотрите аккуратно. Теперь тут у Герди бывают за спиной фекалии. Иногда можно уткнуться в препятствие. Иногда у Герди, кстати, есть теперь комната, которая наполовину водой залита. Тоже весьма и весьма неудобно. Если вы привыкли стоять у нее за спиной, вам придется бегать вот здесь вот. Да, кстати, здесь можно фармить. Если вам не лень, здесь можно фармить очки. Возможно, так люди и фармили, но мне кажется, нужно это фиксить. Жаль, что Макмиллан не говорит по-русски, а до некоторых товарищей просто не достучаться. Так, у меня кошачьих кусков нет, так что брать не буду. Я не думаю, что мне это понадобится хоть когда-нибудь. Я не уверен, что это не минусит очки. Так, мне сюда. Я не помню, что это делает, но, по-моему, ничего хорошего. По-моему, это тотальный рерол всего на мне. Не хочу. Совершенно не хочу. Так, Ларри Джуниор. Ларри Джуниор даст мне синее сердце, это я точно знаю. Кстати, да, это нормал, а не хар. Потому что иконка ноги, она не красная, а... ну, собственно, вот такая вот серая. Если бы вокруг нее был красный ореол... я забыл, как это называется, но вы поняли. Штука эта, обводка. Значит, это был бы хард. Так, да, здесь есть смысл зачищать все. Я попробую зачищать все. Хотя, мне не хватает опыта в этой игре. Мне совершенно точно не хватает опыта, поскольку... Чем больше я играю, тем больше я понимаю, тем меньше я сливаю. Собственно, делики рассчитаны на опытных игроков, коими сейчас не является практически никто. Ну, разве что люди, которые, ну, каким-то образом у них просто в крови Айзека, и они тащат. Вне зависимости от того, знают они игру или нет. Ну, я имею в виду прям такие хорошие раны, знаете, не когда вы просто дожили, а когда вы действительно вот... Прям дожили, пережили и можете прожить еще много всего. Так, я очень медленным стал. Это плохо. Но зато мне не нужны бомбы. Хотя бомб у меня и так полно, так что, возможно, это было зря. Но, может быть, я найду Black Market, например, и там будет что-то лежать. Хотя вряд ли, я не буду тратить время на то, чтобы растоптать камни. Да, блин. Да, очень тащит то, что у меня есть Бернард Пенни. Он помимо того, что дает мне бомбы, я поднимаю монеты, мне дают очки. Плюс я поднимаю бомбы, мне дают очки. То есть двойные очки за пикапы, по сути. Так, окей-доки. Обратно я, естественно, не пойду. Хотел зачищать, только запланировал, блин. Ауч. И тут же, а нет, я никуда больше не пойду. Но с такой скоростью я больше очков потеряю, по-моему, на передвижениях между комнатами, чем непосредственно получу за саму комнату. Такой подлый босс. У него еще прожектайлы, чем дальше, тем они... Ну, чем дальше от него они летят, тем быстрее они, собственно, это делают. Но не каждая атака, по-моему. По-моему, только некоторые. Так, нет, я не буду брать Experimental Treatment, просто даже не уговаривайте, не хочу. Абсолютно не хочу. Так, что здесь? Ой-ой-ой-ой, спиддаун, нет. The Fool, да, вот я точно глупец. Не стоило мне брать, не стоило мне использовать эту пилюлю. Брать-то, может, стоило, а вот использовать точно не надо было. Так, так, давай. Но, блин. Спидап, вот это хорошо. Правда, спидапы и спиддауны здесь достаточно небольшие. Причем спидап из пилюли он мощнее, чем спиддаун из пилюли же. Так что если вы жрете спидап, а потом ловите спиддаун, технически у вас, по-моему, чуть-чуть больше статы все равно, чем... Ну, чем если вы просто получили такой же спиддаун.
Я могу немножко подтупливать. Дело в том, что я только что закончил 8-часовой стрим, поэтому голова немного не тут. Хотя у меня всегда голова не тут. Нет, скорости хватает для передвижения, но не хватает для какого-то... Ну, для хорошего уклонения, что ли, не хватает. Для скорости не хватает скорости. Не хватает скорости, чтобы у меня была скорость. Так, лучше черепки никогда не разбивать, пока комната не зачищена, потому что тогда нельзя будет просто взять, выйти и тем самым удалить черепки. Вам придется их убить. А, на это вы потратите время. А если мы говорим про скорость, потому что она все-таки, хоть и не на первом месте здесь возможно, но тоже важна. Вот, вы потеряете время. Опять же, если черепки закроются, неприятно. Будет еще хуже. Блин, вот эти вот ребята, они спавнят пауков примерно так же, как ульи. Ну, вернее, эти паучьи. Как эти паучьи называются штуки, я не знаю. Ну, как паучьи ульи, короче. Будем называть их так. Вот. В чем смысл был добавлять еще одного моба, я не очень понимаю. Так, карта смерти, Некрополис 1, Локи, хорошо. Локи босс легкий. А я очень неповоротливый. И неаккуратный, нифига. Don't swallow the price. Ооо, speed up. Так, да, ощутимо. Попробуем пробежать по уровню. В любом случае мне нужен артефакт, я не знаю что там, надеюсь, что что-то хорошее. Кстати, в комнаты, возможно, стоит просто заходить хотя бы. Так, нет, я ничего там брать не буду, потому что это минуснет мои очки. Я очки минусовать совершенно не хочу. Так, здесь есть... Ну, хоть бы одно черное сердце, ну. Ладно, нет, так нет. Побежали наверх. Ага, вот они. Жополизы. Так, спидап, шот спидап, хорошо. Теперь я могу быстро перемещаться. Бомб у меня предостаточно. Наверх уже совсем не пойду. Да, все-таки я немножко приобрел очков, но не так, чтобы сильно. Так, и следующий уровень у нас последний. Не уверен, что я займу какую-то хорошую позицию в топе, но, по крайней мере, какая-то стратегия уже в голове появляется. Ну, же, блин. О-о-о-о-о. Изи, мэн, изи. Не получить урон. Все-таки я хотел бы, чтобы челленджи на два разделили. Так было бы приятнее. То есть, хочешь спидранить, спидрань. Хочешь набирать очки, как бы иди в лонгран. Иначе оно получается и не то, и не все. То есть, ни рыба, ни мясо, как говорится. Но я уже говорил об этом в третьем эпизоде, я не буду повторяться. Но мне действительно кажется, что два делика лучше, чем один. Опять же, например, я хорош в лонгране, но я не очень хорош в спидране. Так что это было бы еще и плюсом для тех, кто не очень хорош в спинранах, например. Так, Chaos Card. Может, я, кстати, успею даже на Boss Rush. Хотя, если мне повезет, то успею. Если нет, то нет. Его бы еще пережить. Мне вот интересно, что будет, если умереть на спидране. Ой, на делике. Это засчитается или нет? То есть как... Что происходит в этот момент с очками? Что-то списывается или что? Потому что смерти вот там, кошки, например, были. Но смерть от кошки — это смерть от кошки.
Это не решает вообще абсолютно ничего. Может, там очки какие-то списываются, но по мелочи. Ау. Слишком много дэмэджа. О, нет, слишком много дэмэджа. Поспешишь, мобов насмешишь. Да, блин, кто в меня стреляет, я даже не вижу. Я буквально не вижу своими чертовыми глазами, кто в меня стреляет. Ну, то есть, понятно, что выбор невелик, но как-то вот непонятно. Окей, у меня вряд ли будет... Не заметил снижение за сделку. Я не помню, что дает это вот этот артефакт, но, по-моему, его все избегают. Ну, пусть чай будет. Может быть, я как раз-таки узнаю опытным путем. Чтобы его потом взять исключительно для коллекции. Вау! А, ага, вот оно что делает. Видимо, да? Да. Пиявка меня любит. Попробуем добежать. Да, босс раша. Не знаю, успею я, не успею. 30 секунд. 30 секунд до босс раша. Бегом. Великолепно. Так, полароид. Мне все, в принципе, все равно. Так, этот и, видимо, пин, да? Да, пин. Дадут мне очки или не дадут мне очки? Не совсем пин, черт возьми. Это тот урод. Привет, урод. Иди сюда. Чудо ты, заморская. Кажется, я высвободил его. Ну что, ублюдок, мать твою. Ну-ка, иди сюда. Тоже моя нелюбимая часть. Причем два моих нелюбимых босса. Прям сразу. Один хаунд, другой вон тот чувак. Хаунд по очевидным причинам, тот чувак, потому что у него этот белый стреляет, и он достаточно внезапен иногда из-за экрана в таких комнатах. Так, первым делом вот этого надо. Не знаю, как его зовут, но я с ним знакомиться не собираюсь. Да, если что, я читаю комменты. Пишите. Монстро, чувак, спасибо. Теперь, пожалуйста, умри. Дегас. Вот Дегас, он, кстати, круто говорит. Оп-оп-оп-оп. По-моему, это бесполезно слегка с моим дамагом. Пытаться убить этого... Этот босс-раш. Ну, возможно, мне за exploration что-нибудь дадут. Типа за исследование. За exploring, вернее. Главное, за полученный дамаг, чтобы сильно не списали, потому что, ох, сколько я тут всего потерял.
Да, боссаж, конечно, здесь сейчас жирный стал. Очень жирный. Так, монстра и блот. Да, спасибо, блот. А чертовы шопы. Ладно, у меня есть рунный мешочек, который мне здесь будет не каждые несколько волн давать руну. И у меня есть... Что такое? Почему эта штука меня дамажит? Да, и у меня есть... как она называется-то? Ямхард, который... Который будет мне помогать тоже, потому что он также заряжается. Так, этого кокнули. Давайте теперь Дарк Локи кокнем. Хотя он не Дарк Локи, как я всегда... Я каждый раз это говорю, но он не Дарк Локи. Я знаю, если что. Эй, стой. Ну стой. Стой, я просто хочу тебе в лицо нассать, все нормально. Уринотерапия, бро, уринотерапия. Так, да, я сейчас кучу очков уже потерял. Хотя, смотря что считать потерей. В общем-то, вот... От того, с чем я сюда зашел, не сильно отличается. Ну, теперь отличается, конечно. Теперь, да, теперь я действительно потерял очки. Ай, ай-яй-яй-яй, я дурак. Но я зато наплодил этих личинок, я не знаю, что-нибудь это решает. Какая-то чемпионская... А, нет, или не чемпионская, я забыл. Нет, наверное, не чемпионская, раз она другим цветом не выделена, наверное, она не чемпионская, из-за ней всегда тянется эта лужа яда. Так, давай. О, черт, это гиш, ребята, гиш. Гиш на босс раш. Оп. Оп, не достанешь. Ну, блин, ты будешь помирать сегодня или нет? А, это жирный гиш. Слава богу, что у меня хотя бы дамаг хороший. Черт, очень длинный эпизод получается. Я даже не знаю, когда местный босс-раш кончится, потому что он стал длиннее, он стал рандомнее. Так, сначала дюка уберем. Теперь вот этого братку. Брат, война, ты где? Эй, война. О, привет, война. Хочешь повоевать? Ну-ка, сюда подошел, Вася. Ауч. О, камон! Да, это необычная фекалия, к слову. Она... Скользить вас заставляет по своим вот этим вот штукам, которые она оставляет за собой. Они, по-моему, безопасны, если я не ошибаюсь. Но они заставляют скользить, так что на них лучше не наступать. Можно к нему проскользнуть. Ну или просто пойти не туда, куда вам хотелось бы. Ау. Да, по очкам, конечно, это дурость получается. Господи Иисусе! Этот хренов босс. Я не услышал. Петро, по-моему. О, черт. Блин, как я не люблю этого босса, вы бы знали. Обоих этих боссов, в принципе. Но этот-то ладно, вот это просто имба и не контрится. Он, короче, он страшен не тем, что он там что-то, а тем, что просто тупо спамит. Он тупо спамит всяким, ну, простите, дерьмом, но потому что он делает это в прямом и переносном смысле. Вот это парочка твикс, блин, нет, ребята, нет, вот, блин, не связываться больше с босс-рашем.
Да, если у вас как комбо такой, как у меня, наверное, лучше туда не идти. Но буду знать потом. Зато, блин, да умри ты. Он долгий, капец. Капец-то долгий. Могли бы сделать как-то... Хотя, с другой стороны, мне никогда не нравился босс раш. Ну как, не то чтобы не нравился. Не очень доставлял босс раш стандартный в реверс, потому что он какой-то слабенький. Предсказуемый, самое главное. Хотя он клевый определенно. Но все-таки он предсказуемый. Теперь предсказуемости меньше, длина дольше. Босс раш действительно изнуряет. Господи, пройдено. Еще один артефакт, 17 тысяч. Бленкру, поехали. Все, ребята, пройдено, 17700. И 20288. 249 по скору. Это неплохо. Это неплохо. Стейдж бонус 10 тысяч, эксплорейшн бонус 11 тысяч. Шрек бонус 2400, раш бонус 4 четверки. Класс. Чтобы меньше дамага получить, было бы вообще клево. И давайте посмотрим, где я по сравнению с вами нахожусь. Так, 250-й. Это по очкам. Кстати, 20-288, видимо, еще больше отнялось. По времени, конечно, да, не очень. Но на время я, в общем-то, и не шел, я шел на очки. Так, глобально. А, ну, почему, кстати, вот не работает здесь ничего? Это же, по идее, глобал, я же должен здесь быть. А, вот что такое майн делает. Он показывает мой результат. А тут я могу просто посмотреть глобальный. Все, я понял. Друзья, я среди друзей раз, два, три, четыре, пять, шестой. Шестой, и это по времени. А по очкам я второй, второй. Некто Эйв только опередил меня. Лост, я тебя уделал. Давайте посмотрим теперь, где находятся остальные участники, остальные мои друзья. К сожалению, Steam не позволяет добавлять бесконечное количество друзей, поэтому я не могу добавить вас всех, что я с удовольствием бы сделал. Так, здесь у нас мистер Хэнки, Фрол. Эй, Фрол, я тебя уделал. А по очкам, кстати? Я тебя не вижу, Фрол. А, да, по времени ты меня уделал. Наверное, опять по времени бежал. Так, короче, давайте посмотрим по очкам. Примерно вот так. Дарт Мол, 0 очков. Так, и по времени. Сейчас от самого верха. По времени. Залипухна. Хороший ник. По времени, конечно, я на полном дне. А на этом челлендж и дейли ран на сегодня завершены. Я надеюсь, что вам понравилось. В принципе, босс раш того стоит. Но желательно идти туда с дамагом как-то вот посерьезнее. И всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте пальцы вверх. Пока!